Им не страшен ни дремучий лес, ни городские джунгли, ни аномальная жара, ни леденящий холод. Участники, проходившие в МРИЛ межрегиональной школы безопасности, подвели итоги соревнований. В течение 5 дней на базе лагеря «Сосновая роща» команда старшеклассников выясняли, кто лучший. О предельной насыщенности программы соревнований говорили и участники, и организаторы. Участников соревнований вообще было очень мало времени на подготовку. Основное занятие как бы подготовки было только дома. На маршруте выживания были этапы сюрприза, которых команда не знала, и они были неожиданностью. Но мы с ними справились. Было также очень много водного туризма, ориентирования. Дистанция вообще проходила в 2 круга. Мы бегали около 5 часов, очень устали, но в итоге все равно победили. Интересно прошло выступление целиком представления команд. Было интересно посмотреть другие команды и узнать, откуда, кто в их краях и в их участниках. Маршрут выживания выдержали все, а выдержавшим лучше всех досталась награда. Победа по итогам соревнований досталась команде Звениговского района. Она получила кубок главы республики Мариэл. На 2-м месте Йошкар-Ола, на 3-м – Сернурский район. Лучшими из представителей соседних регионов оказались участники школы безопасности из Татарстана. Они 4-е. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Слушайте во всех приемниках города. Блиц-ФМ.